В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, законом Красноярского края о некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в Красноярском крае, решение Назаровского районного совета депутатов об утверждении положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Назаровского района Красноярского края, руководствуясь уставом Назаровского района, предлагаем проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы Назаровского района Красноярского края на 14 марта 2022 года в 11:00 по местному времени по адресу город Назарово, улица Карла Маркса, дом 19, корпус 2, малый зал администрации района. Утвердить текст объявления о приеме документов от кандидатур. Вкратце по объявлению, вы все знакомы, перед вами текст объявления находится. Значит, для участия в конкурсе кандидат предоставляет документы лично с 3 февраля 2022 года по 4 марта 2022 года по адресу город Назарово, улица Карла Маркса, дом 19, корпус 2, кабинет 206.